В Северском районе начались ежегодные открытые сессии. На них местные главы поселений выступают с отчетом о проделанной работе за прошедший год, принимают отчет жители, депутаты и глава района. В конце сессии принято давать оценку работы местной власти. Первым об итогах 2021 года отчитался глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов. Приоритетными направлениями в работе местной администрации остается газификация станицы Крепостной, замена водопроводных сетей и ремонт артезианских скважин. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры в поселении. На протяжении всего года местные власти ремонтировали дороги и тротуары. В планах на этот год – ямочный ремонт дорог и грейдирование улиц. В станице Крепостной планируют построить тротуар по улице Мира. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения поселения. Бюджет поселения в 2021 году по доходам составил 47 миллионов 367 тысяч рублей. Каждый желающий мог задать интересующий вопрос представителям власти. Жителей волновало, будут ли проводиться приемы граждан сотрудниками полиции и получат ли владельцы пострадавших от ненастья подсобных хозяйств компенсацию. Теплицы разрушились большим снегопадом. Скажите, пожалуйста, планируются ли какие-нибудь компенсации в районе для владельцев личных подсобных хозяйств? Мы будем выступать как район с инициативой о поддержке хозяйств, которые пострадали. В районе такой программы нет, но мы будем выходить с этой инициативой, и нас депутат Государственной Думы обещал поддержать. Много вопросов Сергею Безуглову задал глава района Андрей Дорошевский. В частности, его интересовало, как ведется чистка русла реки Афипс и на какой именно стадии находится газификация станицы Крепостной. По итогам открытой сессии работа главы смоленского поселения признана удовлетворительной.